Привет, Тос, Амигос. Ну что, много кто пишет в комментах свои недовольства разные, говорят, что по сюжету бежишь, вокруг не смотришь. Вообще, конечно, люди удивляют. Одни пишут, слишком дохрена лазишь по ящикам, смотреть неинтересно. Следующий пишет комментарий, много пропускаешь, там ничего не видишь. Ёпты, люди, вы хоть определитесь, там, лазить в каждый ящик или смотреть все, то есть, как-то, я не знаю, или что-то пропускать, или лазить в каждый ящик, вот это нудно. Вот, столько всяких советов и рекомендаций, как чего, каждый, знаете, на свой лад, как привык играть, так же хочется, видимо, чтобы я это делал. И есть очень хорошая поговорка, знаете, почему нельзя на Красной площади бабу оприходовать? Потому что советчиков очень много. Вот, смиритесь, что я играю просто как-то по-другому, да и все. И будем мы все счастливы. Что это? А, надо жареного рот оленя пожарить, я же, да, настрелял. Так, значит, сейчас в любом случае я там нашел в Пип-Бое, где смотреть побочные квесты. Странно, два мяса кротокрыса готовят только одну. Два к одному готовят. Тоже, блядь, Макаревич хренов на. Передача смак. Офигеть. Филежала крыса. Шашлык из игуаны. Где я игуан-то был? Напитки. А чё напитки-то? Грязный обитатель пустоши. Одни минусы. Нахуй такой напиток нужен, не понимаю. Зачем его пить-то? Служебный клейстер. Клейстер. Кукуруза. И что мне с этим клейстером делать? Супы. Оу. Супчик. Суп из водки. Нихера. Из бутылки водки и лафасоли, мяса и тыквы. Да, такого точно даже Макаревич я бы тут не пробовал. Вообще никогда в жизни причем. Вот, значит, побочные квесты, инфозадания, тут есть очень всяких, вот, в разных побочных дофига. Ну, а смотреть музей салемских ведьм, туда только, блин, на верблюде можно добраться, потому что, ну, очень далеко. Ознакомиться с делами, такси, побочка, прочитать объявления, тоже не побочка, поговорить с Эбботом, неинтересно. Вот, а смотреть зону боевых действий, это возможно, это, у меня здесь рядом есть как раз точка перемещения, так что это можно вот прям сейчас слетать и заценить, что за зона боевых действий, а заодно и политехническая школа центрального Бостона. То есть, можно посетить еще и локацию. А мне наиболее интересно в этой игре, по-моему, это исследовать различные локации. Потому что больше тут ничего, в общем-то, нечего делать. Fallout. Опять какая-то радиостанция найдена. Дайте мне какие-нибудь местные радио Серебряного Плаща. А, я вот настроил... Да, квест Серебряного Плаща появился, еще появился квест. А что это такое? Не понял. Это тут я с лебедем дрался же. А тут протекторон был? Как странно. Вот, квест пройти по какому-то серебряному пути, но я вообще не понял, что за серебряный путь. Я включаю этот квест, но он никуда не указывает. Что это рейдер делает? Да на нахрен, ёптать, в жопу ваш этот ватс. Опять рейдер тварь. Где это? Интересно, рейдер мразь тут есть. Ах ты, сука, в натуре тварь, еще и с гранатой. Кто-то в комментах опять пишет, что если рядом с вещью пишет плюсик, значит, эта вещь лучше, чем та, которая у тебя. Я все-таки настаиваю на том, что это вещь, которая у тебя уже есть. Я сейчас чуть-чуть не сдох. Просто чудом, расчудесным. Черт, что за рейдеры такие безумные какие-то. Помощь. Бурбон нет, вишневая ядеркола, да? Тем более она и весит, так что лечиться ядерколой надо в первую очередь, чтобы вес снижать. Я хлам-то весь выложил, поэтому мы начали в редрокере. Эта серия там началась, чтобы перевеса не было в ближайшие полгода. Разбирать хлам, конечно, полное. Полный бред, очень долго. Методом типа все выкидываешь на землю и начинаешь разбирать, это пипец. Это долго все выкидывать по одному, потом по одному разбирать это все. Вообще бред.
неудобно сделан крафт, если нету какого-то другого варианта разобрать хлам, то крафт, могу сказать, что, по-моему, сделан просто галимо. То есть при таком обилии вещей надо было позаботиться о том, чтобы инвентарь в игре был удобен. А, блядь, они опять всадили свой пип-бой стайл, и это просто жопа полная. Постоянно название не влезает. Я слышу голос супермутанта. Но не вижу, где он. А, Combat Zone. Вот она, Combat Zone. Это кинотеатр какой-то, что ли? А, да, тут, конечно, сейчас темно и ничего не видно. Но я все-таки сейчас в здание войду, поэтому можно утра не ждать. Томми рулит. Стреляй или что-то там. Wars. Внезапно я забыл, что значит Wars. Боевая зона. Это, наверное, какой-нибудь местный пинбол клуб. А может, это местная арена, как столкать. Это кто, заложники, что ли? Да военные деньги, говорят, ничего не весят. Рулит. Брейкер. Какой-то. Брейкеры. Да военные деньги ничего не весят, но типа их можно продавать, но... Я не знаю, кому в мире, где валютой стали крышки, нужны довоенные деньги. Что с ними делать? Так. Херинг. Сходство 3. Я думаю, что это должно быть просто блейзинг. Упс. Дайте еще. Сука, я опять не угадал. Да ебаные взломы, а. Многие пишут, что взлом такой же, как и был. Взлом такой же, как и был. Ну, значит, я, блядь, не такой же, как и был. Потому что я раньше в легкую взламывал эти замки. А здесь просто какая-то хуйня с ними творится, блядь, невообразимая. Ну, просто пиздец. Got it. Ticket to the moon. Открыть. Срочно. Да. Свинцовый стояк. Звучит как название порнухи. Свинцовый стояк 4. Стивен Сигал в умопомрачительном боевике. А как там? В головокружительном боевике. Свинцовый стояк 4. Гладкоствольный пистолет, сделанный из куска дерева. Двойные деньги. Заряд плазмы. Патрон. Патрон. Медальон. Патрон. А чё ты тут делаешь? Чё тебе мой костюм не нравится? Ты на себя посмотри, бич. Сука, надо ему шланг от противогаза узлом завязать. Посмотрим, как он тогда шутки будет шутить свои. Так, а чё, собственно? А, это рукопашные бои здесь. Упс. А я думал, что можно записаться, поучаствовать. Я не думал, что это... Может, это территория мира какая-нибудь. Теперь вижу, что я ошибался. Но единственный, кто от этого пострадает, это рейдер, естественно. Убей его нахер, чё ж ты, блядь. Опа. Откуда он взялся-то? Да все оттуда же. Блин, добыть такого не можешь, что?
Может, я просто пошел не туда? Быть такого не может, что здесь нету... Ликвидировать вообще задание. Кто там пердит, блядь, в мою сторону? Ты сори, а? А, я каких-то людей спас. Вон оно чё. Теперь вы можете ставить в поселениях растения. Прелесть какая, ёпта. Сейчас, подождите, дайте облутать-то. Не убивать друг друга, а спасать твою никчемную жизнь, тряпка. Блин, было прикольно, если здесь какой-нибудь сделали бойцовский турнир. В лучших традициях классических РПГ 10-летней давности, что-нибудь такое, что можно стать тут. Завоевать как, хоть какое-нибудь уважение рейдеров, там, победив на их арене, там, что-нибудь такое. Ну, в Сталкаче такое было, в Neverwinter Nights такое было. Почему бы что-нибудь не перенять в духе старых традиций, ведь Fallout олдфажная игра. Блять, этот вообще не затыкается, чешется. Керамику надо все-таки собирать. Это они его замочили? Блять, этот чувак вообще не... О, это еще и гуль. Я, пожалуй, буду говорить с Кейт, которую хочется назвать брюнеткой Дейнерис. Как эти двое сошлись на почве чего? Ташки. Вы мне обязаны жизнью. What is this place? Not from around here, huh? This is the combat zone. Finest arena in the Commonwealth. Kate here's the headliner. 100+ matches undefeated. Тёлка чемпионка арены, классно вообще. Legit clientele. But about 2 years ago, a gang of raiders rolled in, and we became a more exclusive establishment. Up until you took our entire client base out of the gene pool and put us out of business, that is. У Гули такие глаза, как будто он камни килограмм въебал в одно лицо. I'm sorry. It just seemed like you guys might be in trouble. Trouble? Nah. But keeping those idiots entertained was what kept the lights on. Not exactly sure what we're gonna do now. To hell with them. More'll come. Just need a quick breather and I'll be ready to go. A breather? What? So you can slam more of that junk into your arm now. Now, you know what? I think this was a blessing in disguise. You caught me. На допинге, что ли, была? What you think of Kate's work? Чтобы увидеть ее в действии. Why do you ask? Consider it professional curiosity. Да я ничего не увидел, она там кого-то бросила. Бывало и получше, ускользнуло от моего внимания. Талантище. Она похожа на молодую Джулию Робертс, по-моему. Чё несёт этот захуевший? What say I let you take over her contract? She goes with you. Тетю можно очередную взять. Look, you'd be doing me a favor while I try to get the place back in order. What do you say? Me and him. Why would you want her to go with me? Yeah, Tommy. Just why the hell are you trying to get rid of me? Look, truth is, all that junk, it's been making you careless.
And I don't want to be the one doing color commentary when you finally hit the floor. All right? So just do me this favor. Какая забота. Please. Мысли Кейт. I'd like to know what Kate thinks. Don't I get a say in all this? That ain't how a contract works. Besides, you really want to stay here? No audience. No cats. Да, где только не встретишь. Ну так она получается рукопашница, она как собака моя. So, she's on board. Now what about you? Да нахер она мне обосралась. Она боец. Она в ближнем бою, я даже не смогу и оружие, в принципе, дать. А если смогу, то она, блин, будет стрелять, наверное, так же, как мой чувак в режиме ВАЦ. Хотя можно и дать кастет, например. Ну давайте попробуем уже спутника поменять хоть раз, что будет. What exactly are you gonna do without me here? You don't need to worry about me. I'll get this place set up right. Maybe find a less blood-soaked clientele. Ой, блять. Then get the hell out of here. You ain't welcome anymore, little bird. Тебе здесь больше не рада. You know that, Tommy. You don't have to tell me. I guess you just come find me then when you want to head out. А собака? Кейт теперь стала вашим спутником. Но сейчас посмотрим, по-моему. Так ей нужна одежда какая-то или что? Броню, может, ей можно подобрать. А если на нее силовую броню надеть, ей нужны будут батарейки? Это интересно. А, ее в силовую броню хуй загонишь. Тоже в силовую броню надо входить, а не одевать. Ну вот, кожаная броня для туловища, левой ноги, правой руки. Вот, если она сейчас станет моим спутником, я на нее просто это все одену, походу. Силовой кастет ей не дам, конечно, дам ей какой-нибудь, пошла вон. Может, обычный кастет ей подойдет. Или оружие ближнего боя какое-нибудь. У меня там дохрена есть калечащий костыль, еще какой-то костыль. Все, что ли, тут больше вообще ничего нет? Ёб твою мать. Это кто тут пригорюнился? Кожаная броня, панталоны. О, нифига тут. Это же диджей хуй знает, кто такой давал тут свои концерты, походу, нет? Да, ничего больше нету. А вот наверху, может быть, что-нибудь спрятали? Тряпки с капюшоном, ну это, блять, именно то, что я и хотел найти здесь. Тряпки с капюшоном, может заменить свой комбез на тряпки с капюшоном. Пластиковая тыква Мед X. Ну что, а она может стать моим спутником, но еще не стала, типа, да? Hey, Kate. So, you're ready to head out? Понятно. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Я очень волнуюсь. О, бесполезные чувствуешь? Ты уже взяла мою фамилию? Вот грымза какая. О, синий бейсбольный биток. У нее есть пушка. Молодец. Так, мое оружие, моя одежда. Раз, два, три. Все? Так, Т. Что-то она ниже ростом внезапно стала. По-моему, у меня еще что-то было. А, для левой руки, для правой руки. Стильно, модно. Кейт. So, you're ready to head out? Ready. About time I got out of this place. Let's go. Don't look at me that way. Мелкий грязный кротокрыс. Стоянка грузовиков Red Rockers. Увидимся, песик. Не скучай. Если что, я избавлюсь от этой суки в ближайшем же болоте. Она, кстати, почему-то за мной не идет.
Кстати, вот такие спутники, которых можно вооружить миниганом и которые не будут, будут, вернее, стрелять бесконечными патронами, это, по-моему, крайне такое сильное упрощение геймплея в плане сложности. И, кстати, раньше, мне тут пишут, что раньше никогда нельзя было двух спутников таскать в Fallout New Vegas. Насколько я помню, ты мог таскать одного вот такого мощного спутника, гуманоида, и вторым спутником у тебя мог быть либо собака, либо робот круглый. Либо это был какой-то баг, но я отлично помню, что у меня было два спутника. Вот, напишите в комментах, у кого было так. Слушайте, это уже не коготь смерти, это какая-то микро-Годзилла. А если в красный цвет покрасить, то это вообще Диабло будет. Дьябло из Дьябло. Да, долго же мы отсюда выходили. Так. Может, я и попозже и отдам свой суперкастет. Вообще жалко, мне самому нравится им драться. Я не понял только, что мне выпало из Келлога. Какие-то конечности, кибер, какие-то гидравлическая конечность, какая-то киберрука или что-то типа того. Мне что с этим делать-то? Интересно, какая у нее суперспособность, кроме махания биты? Что это такое было? На нахер, ёптать. О, бандана с черепами. Так, там вообще-то стреляют в атаку, моя дура. Вон она чем-то вваливает, смотри, с дробаша. Сейчас. Он не сдох, что ли? Ну все, теперь спутник будет пиздеть под руку всю дорогу, ёб твою мать. Надо собаку вернуть нахер срочно. Payday это переводится как гонорар. Политехническая школа Бостона. Вот это что ли? Да. О, что это такое? Аварийный сигнал какой-то. Радио. О, легендарный рейдер, нихера себе. Безумный Макс, наверное. Что-то он как-то пассивен, легендарный рейдер этот. Да где моя снайперка-то? Почему на колесо мыши здесь не сделали переключение оружия? А шмотки-то на легендарном рейдере, вы гляньте. Сука, при попытке бросить гранату из положения сидя, свернулась игра в альтап. Она его сделала, ты глянь. Там опять какая-то перестрелка идет. Насыщенный плазмопистолет-пулемет. 10 урона. 45-ми пулями, это что за хрень вообще? Вообще не вижу прикола. А, он 10 энергии еще наносит. Свинцовая укрепленная металлическая броня, кожаная. Так. А, мое оружие. О, а ну-ка возьми-ка ты эту хрень. Сейчас я и раз и навсегда что-нибудь выпишу и... В ближайшее время ничего. Копание, сука, закончится. О, может и костюм Келлога тупо отдать. Келлога вес 2.
Вес 2, столько брони дает. Ну какая мощно смотрится, да? Так, аварийная частота, ничего. Ничего, никаких квестов не дала, видимо, я уже слышал. Я что-то не понял только, почему она перестала драться в рукопашную. Ей, наверное, надо какое-то оружие ближнего боя дать, тогда она будет в рукопашную бегать весь. А навыки стрельбы, интересно, у этих спутников какие-то разные, или зависит исключительно от оружия, кидаешь? О, тут еще музычка играет. Или что, или мне показалось? Я ей вообще за все эти годы здорово набила руку, умение проникать. Она как и тот синт умеет взламывать. Ёб твою мать! Дорогая, наше путешествие закончено. И крышки из меня высыпались. Сука, я и постоянно не вижу эти сраные мины, блядь. Они что там, замаскированы, что ли? Ну иди, открывай цепочку. Да-да. Ты бы лучше мины замечала, цены бы тебе не было. Ой, тетя какая тут. Померла. Вот где мина-то, ёпта? В этот раз нету, что ли, мины? Неважно, что это было. Микроскоп. Щукает говно. О. Where did Bosco even find that thing? Something's ghosting us. Невозвращенная книга. Может, тут надо книги вернуть, побочный квест. А, смотрите-ка. О, голова робота-лютик. Ну-ка, если я книгу верну, что будет? Пять жетонов. Потратить жетоны, а на что они тратятся? А, новый игрушечный грузовик. Целая бейсбольная перчатка, зубная щетка для волос, игрушечный грузовик, мел. Это, блядь. Я чуть не врубаюсь, нахер мне это все надо-то. Но я так понял, что самая дорогая вещь это новый грузовик какой-то. Может, он для квеста нужен? Ёб твою медь. О, кстати. А, вот его голова. А вот и бейсбольная перчатка. Я что-то не врубаюсь. Нахрена мне это надо? Какая-то странная. Странный механизм какой-то. Возврат книг за игрушечный грузовик. Даже рифма есть. Смысла нету. О, подвесили. Ой. Она что, все равно с дробовика стреляет, что ли? На, по башке, по тупой, блядь. Что-то мою бабенку, которая чемпионка по рукопашке, только что отбуцкали. Да, собираюсь поделиться. Где дробовик у тебя? Дай мне его сюда нахер. Видимо, она всегда будет стрелять из дробовика, походу. У нее, видимо, специализация дробовики. В этом и разница, наверное, между спутниками. Живучий ублюдок.
Да что ж ты, блядь, не прикрываешь-то меня, ёб твою мать. Гладкоствольный пистолет просто говёный какой-то. Саечка за невнимательность очередная прилетела. Это что, какая-то рукопашная локация, что я не понимаю? Тут все в рукопашку воюют. О, ну давай. Нокаут базара нет, блядь. Блядь. Так, мы снова здесь. Забрал у тёлки назад этот автоматик, насыщенный, ёб твою мать. Откуда, кто? Слушайте, о, блядь. Ёб твою мать, опять этот урод. Сука. Бабёнка вообще в бою ничем не помогает. Тварь тупая. Да ёб твою мать, слушайте, что у него за дубина-то в руках такая убойная? Он меня какой раз уже сложил. Я ебу. С двух ударов он мне фул хп сносит. У меня где-то дробовик, кстати, по-моему, есть, нет? Ага. Ладно, сучара. Попробуем так. Да, дробовик огонь, вообще огниво просто. Мне кажется, надо медикс заюзать. Хуеньки тебе. Ничего, у него долгая вертуха какая-то за 3 километра до меня. Ну, кто теперь крутой, тварь? За счет чего он был такой крутой-то? Я не вижу у него ничего такого. Эти все нормально ложатся. То есть дробовик-то не говно. А он, ну, может, потому что он в броне был какой-то офигенный. А-оу. Хьюстон, у нас опять проблемы. Такое чувство, что дробовик только по людям в трусах нормальный урон наносит. Это что такое? Рири мусор Рик. Это басура, что ли, местная? Ёб твою мать. Сгори, сука. Жареный рад олень. Ну. О. Наконец-то кританула. Да крит, бей ее нахуй. Ёб твою маму. Да, блядь, ёб твою мать, сколько их здесь? Чё за локация такая ебанутая? Смотрите, их тут 800. Это чё, для стелса лока, что ли? Ебать, их тут, блядь, 500 человек ходит, реально. Сука, это пиздец какой-то, блядь. Сука, блядь. Да пошли вы нахуй со своей зависимостью, ёб твою мать. Ну, о. А, сука, ну кто теперь крутой? Hey.
У меня на бабе тоже тяжелая броня одета, однако что-то отдохнет только в хуй. Блять, перестрелка с турелью, такое говно. Приходится волей-неволей получать дамага кучи. Кстати, здесь как в контре можно перезаряжаться сменой оружия. О! Опа-опа. Пистолет Келлога-то дамаг, смотрю, сносит. Но тоже только по людям в трусах, как я понимаю. Точность у него классная. Вообще, конечно, стрелять из этого оружия патронов хер напасешься, мне кажется. Так. Патрон, так, и в 5 нахер. Кое-как всех уделал, надо сохраняться срочно. Елдотрон, чё пошлёт мне Елдотрон, ничего в нем нету. Ёб твою мать, смотрите, как же здоровье улетает просто. Но... Да уйди ты нахер, ёб твою мать. Ну, кстати. Плюс 20 к сопротивляемости урону. Надо качать. А чё, у меня за каждый уровень плюс 20 к сопротивляемости или чё? На третьем снова будет плюс 20? Что-то не понял сейчас немножко. Должно было плюс 30 стать или плюс 40. Короткий боевой карабин. Звукоизолированная дубленая кожаная броня. Зачем она звукоизолированная? Чтобы шептуна пускать? За то, что спутник убил сейчас человека, мне, кстати, опыта вообще не дали. Лифт, понятно. Там звуки, как будто у какого-то компьютера ошибка какая-то. А, ну это турель и управление. Мой любимый взлом, Нет? Интересно. Так. Ну пиздец, смотрите, сходство 0, сходство 0, сходство 1. Ёбаный, блядь, взлом, пиздец. Игру они его усложнили в этой части. Я ебу. Сходство 0, сходство 0, сходство... Ёб твою, блядь, я ебал эти компьютеры, какое говно, блядь. Боже мой, это пиздец полнейший. Сходство 0, сходство 1. Где похожие слова? Где сходство 3, блядь? Сходство 2, блядь, 4. Хули тут сходства-то вообще нету, блядь. Не может такого быть, это бред ёбаный. Блядь, я ебу. Блядь. Я говорю, они усложнили хакинг. Не было такой хуеты раньше. Все просто взламывалось. Заебись вообще, ну блять, вы видите эту хуйню, я разные слова выбираю. Хуй там, блять, сходство 0. Наконец-то, блять, случайно угадал. Чтобы выключить турель, которую я уже уничтожил, заебись. А можно было как-то перепрограммировать, чтобы она по рейдерам начала стрелять?
дерьмо собачье. Do you already have several days worth of detention? Donate to the blood drive and receive 2 less days of detention. Странно. Из унитаза палка торчит, как будто кто-то. Кто-то как будто... Типа ловушка, чтобы в темноте никто посрать не присел на чужое место. Ой, ёпта, развесили, как гирлянды. Я что-то не вижу книг невозвратных. Может, тут надо грузовик именно получить этот, который за... Это сколько надо? 30 жетонов за книгу 5? 6 книг, что ли? У меня одна только. Бред. Вот еще вторая. Хы. Так, вторая. А что такое? Что-то мне не нравится эта обезьяна. Она что-то явно замышляла. Терминал легкий. Че, куда он? А, прожектор, да пусть светит, нахуй надо. Я возненавидел взломы терминалов в этой игре. В жопу. Лишний раз не хочется ничего тут взломать. А, я в начале, очень классно. Can't open it from this end. А, как хитро. Теперь можно обойти, что ли? Откуда, блядь, она взялась? Не было же. Я ебу эти мины. Мины и взломы. Два моих бича просто. Так, как обойти-то здесь? Чтоб туда попасть. За ту дверь. Сколько этажей? Два? О. Приготовление. Они кухню устроили прямо на кухне почти. Крышками. Опа. Что такое? Я ее разминировал, типа, что ли? Она еще и заминирована была. Я не врубаюсь. Где дверь-то я открыл, блядь? Как тут пройти-то, ёптать? Моя спутница вылитая рейдер-мусорщик. Чё, блядь, взрывается-то постоянно, не понимаю. Трупы рейдеров, странно, что стоят даже там, где я не ходил. Вот это, по-моему, да, дверь? Да. Медкабинет, видимо. День открытых дверей. Or any lock for that matter.
Подожди. Тихо, тихо, как ее? Как ее отправить взломать? Да ёб твою ж мать. Как ей отмычки передать? Шпилька, да? КЛМНО ПРСДУ ФХЦ ЧШЩА Уфа. Я понял, какого спутника я хочу. Я хочу спутника, который может взламывать компы. Напишите, если знаете такого. А я пока этот взломаю. Опыт-то дают только если сам взломаешь, походу, да? Sweet. Бутылка. Стимулятор, чудо-клей. Сейф какой-то тоже. Кейт, это понравилось. И нравится, когда я что-то хакаю. I wonder how many of these kids made it to safety. Never mind. Я получаю плюсы в карму, когда что-то взламываю, интересно. А если я наберу достаточно плюсов, я смогу и вдуть, интересно. Вот это интересно, я думаю, это интересно не только мне, как правило. Чё ты здесь делаешь, ёб твою мать? Как она там очутилась? Я тебе не помешал? Go check that out. Will do. Могу тебя закрыть там. Наедине с твоим скелетом другом. Так, давайте подвал посмотрим. Но в подвале вряд ли есть книги, которые никто не вернул. А этот был уже, что ли? Ёб твою медь, а? Ты посори, блядь. Пора мне, походу, в силовую броню одеваться. Что-то меня сносит прям вообще. А музыка такая заиграла, прям как будто я пипец босса какого-то уделал. Психа, бафут. Ёпта. Я уже думал, маски какие-то стоят. О. Так, понеслась. Бабенку мою, походу, уже раком поставили, да? Без стимуляторов. Им же можно стимулятор вроде как в инвентарь скидывать, они тогда сами будут лечиться. Вроде как. Может, нет. Да что ж тут, блядь, голов-то столько натыкано. Босска, смотрите, босс, нифига. Что это у него надето на башку? На тебе второй. Босска. Я что-то в песне про костюм спортивный Босска слышал. Сейчас посмотрим, что Боска нам в... О, перфорированный, укрепленный, гладкоствольный, с патронником пистолет. Охренеть. Что за перфорированный? О, 30-ка урона, нихера себе. А у меня какой был компрессорный какой-то. У меня был 19.
Давай, до свидания. В натуре у него костюм. Странный костюм. Голова талисмана. И что это? Сопротивляемость урону 5. Бредятина какая. Бойцовская броня. Что за бойцовская броня? Ох, нихуя себе. Heads up. Point out what you need. У меня есть план. Your lunch choices for today are grilled cream and cheese or Salisbury steak. Oh. Actually, that looks kind of cute on him. Да, детка. Вот этот костюмчик. Look alive. Hmm? Now you're gonna be sharing that with both of us. Жаль, нельзя тебя заставить снять последнее. Ладно, таскай, не надорвешься. Че еще, ром? Крышечку не взять. А, вот. О, толстяк. Нахер, у меня один уже есть. Несокрушимый. Вероятность того, что вражеская атака не нанесет урона, выше на 1%. вот это да. На 1%. Терминал Боска. Крышка. Амортизирующая, раскрашенная металлическая. Что-то там. Жуткая дубленая кожаная броня. Надо посмотреть, что это такое. Что это такое? Драная шавка, скрута, мне чуть руку не оторвало. Это его дневник, что ли? Молодцы. Молодцы, парни, поймали зверя и принесли мне его голову. Но теперь пора и остальным бандам узнать, кто здесь настоящий монстр. Настало время заявить о себе. Здесь внизу еще кто-то есть, здесь другие банды, наверняка его видели. Я вижу, как он прячется в темноте. А, кто-то их убивал, они его убили. Принесли его голову. Но я так-то ничьей головы здесь какого-то монстра не вижу, вроде как. Даже Хиро узнает, о чем речь. Так, а что насчет одежды? Бандана с черепами. Ага. Понятно, это обычное шматье без каких-либо свойств. Нахрена обосрался тогда. Генераторная. Сейчас, подожди, генераторная. Мешок с удобрением. Станция для обслуживания брони для тех, кто, если вдруг сюда пришел в броне, видимо. Интересно, а у моей спутницы один взлом, одна отмычка, значит? Да, простота взломов замков с компьютерами не сравнить, конечно. Ха. Я тут спустился. Пойдем генераторную заценим. Ну, там понятно, что ядерная батарейка, наверное, которую можно взять. Блять, загрузка, что ли? А, чушь. Я вообще припоминаю, что там было что-то в предыдущих частях с грузовичками, которые перевозят ядер кол игрушечными. Whatever's down there, I'm sure it isn't friendly. Hold up. Блять, скорострельность этого пистолета поражает воображение. О, крит. Беспонтовый крит какой-то, блять. Урона вообще не нанес. Эта собака так... Так быстро сложила мою бабу эту. Но она сидя еще. Ёпта, легендарный рейдер-то какой бессмертный. Она сидя будет стрелять или нет? Сомневаюсь. Он в меня тоже в ад стрелял, что ли? Мы друг друга в слоу-моушене расстреливали. Бредятина. Может, блять, ему гранату, сука, осколочную закинуть?
Где у меня стол какой-нибудь самый нормальный, как... Вот, теперь он загорелся. Легендарный противник мутировал. А, его здоровье восстанавливается. Ах, вот почему он не сдох. Легендарные здесь еще и мутировать могут, ёб твою мать. Все? Я думал, только насекомые какие-нибудь там. Ёб твою мать, с чего она стреляет-то? Сука, чё они там? Блядь, что мне с ебалом? А, зависимость, блядь. Они её себе так представляют. Ох ты, сучка. Ну чё ты бежишь-то? А, с миниганом было. Это миниган, да? Вот нихуя Джокер. Здесь в натуре банда Джокера, походу, тусила. Укрепленный рейд. Как же вы заебали. Смотри, какая живучая, а. Тебе патроны нужны, что ли, или чё? Не понимаю, чё ей надо. Слушайте, а оружие мое вот это какими патронами он стреляет? Такое чувство, что мой вот этот револьвер стреляет 45-ми, сука, я так и понял. Урон 30. Урон Келлога 48, 44-ми. Нихуя не понимаю. Надо дробовик реализовывать, патронов их. Так, и недалеко. Укрепленная рейдерская броня плюс один к силе и выносливости для левой ноги. Вот, вот это мне нравится. Патроны. А, панталоны. Вот, вот такие я шмотки хочу. Которые укрепленная рейдерская броня для правой ноги. Так, а сейчас у меня что одето, как, блядь, посмотреть-то? Сортировать. А, да похуй, что там одето, какая в жопу разница. Да, миниган это был. Какая здоровая локация, блин, а. Ебать, он снес мне, пиздец. Пошла вон, шавка вонючая. Броня для собаки, о. Надульник с шипами какой-то. Собачий, что ли, надульник? Вот так прожектор выключается без всяких, сука, взломов. Ёпта. Damn, I'm stumbling all over the place. I wish we could see where we're going. О, нахуй терминал, я лучше так открою. Заебись, открыл. Yes, мы проникли на кухню, где ничего нету. Yes. Обалденно. Заебал ты. Криворукий. Что тут должно же быть? О. Сколько взломов в одном месте?
Got it. Патрон. Бабло, патрон, бабло. Фуфло какое-то. Так, ну на второй круг. А здесь что? О, ссаный спальник. Е. Халявная хилка. Фотик. Завал. Какая, блин, странная локация. Но мне кажется, что это... Дальше здесь, в этих туннелях, это какой-то короткий путь в какую-то другую локацию. И ничего больше здесь нет. Это что такое? Блять, я думал, это рисунок. Отличные выстрелы. Блять. Ёб твою медь. Отлично, блять. Вообще пиздец. Полное говно. Ну какого хуя ты в упор промахиваешь? Ну это невозможно, блять. Понимаете, что невозможно так нахуй выстрелить, блять, в режиме ватс, блять, чтобы в упор, ёб твою мать, он не попал. Сука, урод, блять, без руки. Ебанутая игра, вот, блять, пиздец. Я, блядь, могу смириться с тем, что от выстрела в голову здесь никто не умирает от ваншотов, блядь. Но, сука, как он в упор стреляет, это пиздец. Нахуй невозможно просто вынести такую, блядь. Это просто, нахуй, невероятно. О, как она его мочканула, блядь, профессионально вообще. Сука. Опять ящик с инструментом, блядь. А. Очень полезно. Ну и все. Может, тут ничего нет. Что это там бурлит? Гнус не может сдохнуть, что ли? Надо ему хоботок оторвать. Чё? А. Сигарета, блин. Пиздец. Да как он без лапок, без крыльев, ёб твою мать, продолжает. Золотые часы у комара были, нормалек. Квантовый. Че это взорвалось-то? Отлично. Даже интересно, эта баба вообще помогать собирается? По-моему, петелька, блядь, активнее в боях участвовала, чем это манда. О, сложняк. Ну, наверное, там пиздец, артефакт, наверное. Got it. Да. Я смотрю, лут не зависит от сложности, замка вообще никак. О, охранный протекторон. О, сложный, блядь, ну это пиздец, наверное, 3 дня взламывать буду. Вот видите, вот, сходство, 4, заебись. Раз, два, три, четыре. Херакс. Вот. Вот чем сложнее, вот я это хорошо помню, что чем сложнее здесь компы, да, чем многобуквеннее слова, тем проще, блядь, их угадать. Подобрать. Не знаю, что дает этот ебанутый протекторон в этой игре. Я всех убил уже. Да ты заебись, я ее разминировать хотел. И
И, короче, это выход. Это выход. Даже не знаю, стоит ли идти снова в эту школу, что-то там, блядь, пытаться собрать какие-то сраные книги, чтобы получить какой-то сраный грузовичок. Для чего это надо? Я хрен его знает, но очень неохота с этим возиться. Выискивать эти книги с фонарем, но это бред полный. То есть, блядь, на редкого любителя подобные квесты. Ну, одна серия и так уже затянулась. Слишком много я сдох. Убил, по-моему, человек 300 по ощущениям только в этой серии. Это просто, просто жопа, блядь, а не локация. Я не знаю, она какая-то слишком большая и неинтересная. И слишком густо населена при этом рейдерами. И при этом, кстати, я что-то такое уже видел в этой же игре, в предыдущей. По-моему, даже тоже с возвратом книг даже что-то связанное было. Точно не помню, но что-то похожее уже было однозначно. Ладно, в общем, на этом все, походу. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Опять рейдеры. Да ну нах. Все, я останусь здесь. Мне кажется, в этом куполе безопасно. О! Вот где безопасно. И дерьмо. Прости, для двоих места нет. Fuck yeah. Душ, пожалуйста.